Итак, ребята, я, короче, сейчас на работе. Около минус 6 сейчас у нас. Я иду со столовой. Это вообще просто холодина, пипец. Декабрь дает о себе знать. Ну и, короче, уже довольно продолжительное время мы на заводе периодически. Бывает, сидим полностью без электроэнергии. Ну, короче, бывает что-то типа этого. То при свечах, то от фонариков. Эх, вот такие вот дела. Итак, ну что ж, наступили выходные. Сейчас залипаю в Ютубе, смотрю всякие старые видосики, так сказать, ностальгирую. И довольно уже около 8 часов, наверное, думаю, сходить кофе попить. Ну и там же посмотрим, что я буду дальше делать. Короче, я сейчас пересматриваю некоторые влоги. Там Андрея Мартынко, Саши Шапика, Паши Бумчика, может, знаете. Вот на ихних видосах я, так сказать, и вырос. Ну и вот что-то подобное у нас теперь каждый день по нескольку раз происходит. Итак, ну что, короче, у нас решил я скупиться, пойти в Амстор, потому что оно свет отключили. Накупился всяких вкусняшков. Сейчас уже иду домой. Вот там пакетик. Итак, ну что, ребят, короче, давай сейчас в магазин по делам. Надо кое-что посмотреть. И мне бы сейчас, конечно, не навернуться, потому что я свечу на себя. Нифига впереди не вижу. Короче, если что, это будет обычный декабрьский лайфовый влог без какого-то мудреного смысла. Ну а так, короче, уже сходил в магаз. Иду домой, потому что у нас сейчас минус. Итак, ну что ж, пришел я с работы. Еще находясь на работе, у нас отключили свет. Поэтому сидим пока без света. Короче, купил я вчера, решил себе купить модельку машины, я ее уже открыл, скажем так, начать собирать небольшую коллекцию, поскольку, ну, давно у меня была тяга к коллекционированию подобного рода вещей. Вот такой вот у нас джип. То есть, ну, машинка сама по себе прикольная. И обошлась довольно недорого. Короче, ребят, утро, 9:30 утра, начался обстрел ракетами С-300. Уже, я не знаю, штук 6 слышал. Где-то дальше, где-то ближе. Не знаю, получится заснять или нет. Хотя бы, чтобы услышали. Где-то несколько недель прошло. Вот, ёбаный в рот. Твою мать, собака. Короче, за сегодня сплошные тревоги.
планируется массированный обстрел Украины со стороны России. Либо сегодня, либо завтра. Короче, непонятно, чего ждать. Происходит реально какая-то дичь, уже просто все надоело. К счастью, ракетного обстрела по Украине не произошло, и слава богу. Короче, ждем, надеемся, что будет все нормально, без каких-либо приколясов со стороны России, потому что, ну, Новый год все-таки скоро на носу, и что-то они по-любому готовят, мне кажется. Вот такие вот дела. Короче, сидишь и не знаешь, что оно дальше будет.